Всем привет! Сегодня я купил стилус из фикс-прайса, чтобы пользоваться телефоном. Сейчас я вам расскажу, для чего нужен стилус. Скоро будет зима, и мы все будем ходить в перчатках. И для этого, чтобы пользоваться телефоном, нам нужен стилус. Стоит этот стилус всего лишь 149 рублей в магазине фикс-прайс. Можете поставить это видео на паузу, поставить лайк и прочитать характеристики этого стилуса. Сейчас мы его откроем, посмотрим на него. Это у нас фонарик, ручка и очистка для вашего экрана. На телефоне. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, I don't wanna let myself down. Проверяем, как стилус работает. В общем, все листает, все работает. Также, если вы будете смотреть какой-то фильм, он будет вам служить подставкой. И также мы проверили, как пишет эта ручка. Пишет ручка вообще замечательно. Напишите в комментарии, есть ли у вас вот такая вот ручка стилус. Давайте проверим, как этот стилус очищает экран телефона. Мы заляпали специально экран, и сейчас мы очищаем его. Очищает, конечно, не так хорошо, как тряпка. Но если нет тряпки, тоже сойдет. Сейчас я вам советую посмотреть видео, которое вы сейчас видите на своих экранах. Также, друзья, не забываем подписываться на этот канал, ставить лайки на это видео и писать комментарии. Спасибо вам за просмотр. Подписываемся на канал. Всем пока.